Лос-Анджелес. На канале 7 ТВ Классика НХЛ, Виннипег Арена, 1993 год, 28 марта, Виннипег Джетс против Лос-Анджелес Кингс у себя дома. Ну что ж, вот 28 марта и практически уже все решено, кто с кем играет в плей-офф. Ну вот единственное, что вот эти команды сейчас и решают, кто станет третий, а кто четвертый. И в зависимости от этого уже будут распределены и пары, с кем этим командам предстоит играть. Началась у нас игра пока вот у Виннипега, да, именно они сегодня хозяева, пока ничего не получается. Пытаются они организовать атаку. Да, вот такие вот игроки. Давайте немножко познакомимся с составом Виннипег Джетс. 13-й номер Диего Силиани. 10-й номер Алексей Жамно. 6-й номер защитник Фил Хаусли. Вот такие вот игроки. 7-й номер Кейт Качук. Вот, пожалуйста, такие игроки играют за Виннипег Джетс. Вот, не всех, конечно, не со всеми мы еще и познакомились, но давайте познакомимся и теперь с игроками Лос-Анджелес Кингс. 20-й номер Люк Робитайл, 17-й номер Яри Кури, 21-й номер Тони Граната. Вот только что увидели 4-й номер, это был Роб Блейк. Вот 22 года Робу Блейку, только-только начинается его карьера в Национальной хоккейной лиге. Вот сейчас он бросал как раз поворотом, но, правда, все закончилось благополучно. Опасный момент! Ну и, конечно, как я могу забыть про этого игрока? 99-й номер Лос-Анджелес Кингс, Уэйн Грецки. Ну вот, пожалуйста, слышали уже фамилию и Алексея Житника, который тоже выступает за команду Лос-Анджелес Кингс. Посмотрим, кто же сегодня победит, кому же больше нужна эта победа. Пока ничего опасного мы, в общем-то, с вами не наблюдаем. Посмотрим, как будут развиваться события в этом матче дальше. Ну и ворота Лос-Анджелес Кингс защищает сегодня 35-й номер Королей Роб Стаубер. Именно он сегодня находится в воротах, а основным голкипером по ходу сезона, да, в общем-то, считался совершенно другой голкипер, это Келли Хруди. Вот, пожалуйста, и Марти Максорли. Просто великолепные игроки. Лос-Анджелес в атаке. Опасный момент. Бросок и гол. 1-0. И, пожалуйста, шайбу забросил Тони Граната. 21-й номер. Лос-Анджелес Кингс. А ворота Виннипег Джетс защищает Боб Эссенса. Вот 1-0. И посмотрите, Виннипег-арена заполнена, как всегда, до отказа. Хоккей в Виннипеге очень и очень любят. Лос-Анджелес снова атакует. Опасный момент. Боб Эссенса ловит шайбу и тут же отправляет ее в игру. Посмотрим, чем ответит Виннипег. Атакует сейчас Виннипег. Опасный момент. Бросок! Вот так вот. Стаубер отбивает шайбу. Очень опасно сейчас атаковали реактивщики. Стюбанс был это. И теперь уже ответ Королей. Посмотрим, чем они ответят. Передача на пятак. Марти Максорли делает передачу. Она неудачна. Еще один бросок. Снова Марти Максорли. Тут вот и Яри Кури уже подоспел на пятак, и попадали тут игроки, но Боб Эссенса шайбу-то накрывает. Ну вот, Фредерик Олаусон на ваших экранах, защитник Виннипег Джетс, а мы смотрим повтор вот этой атаки. Первый бросок Марти Максорли, и вот тут Боб Эссенса шайбу прижимает ко льду. Ну вот он, Фредерик Олаусон, пожалуйста. 68 матчей в регулярном чемпионате 92-93 годов. 16 заброшенных шайб, 41 результативная передача, 57 очков. Ну что же, для защитника это очень хороший показатель. А это Диего Силиани! Ой-ой-ой-ой-ой!
Вот так! А шайба-то в ворота не попадает! И ответ Лос-Анджелеса! Боб Эссенса! Ну вот, правда, и короли не попадают в ворота! Да тут что-то игроки уже падают на ровном месте! Атака королей продолжается! Бросок! Эссенса спасает свою команду! Ой-ой-ой-ой-ой! Тиеву селяне! Ну как же так? Да там уже и добивали игроки Виннипега шайбу практически в пустые ворота. И делал это, по-моему, Кит Ткачук. Так, а что у нас здесь сейчас происходит? Мы посмотрим, что здесь сейчас происходит. Что-то недовольны чем-то и игроки. А вы знаете, скорее всего, будет, наверное, видеоповтор вот этого эпизода. И сейчас мы будем смотреть. А, пожалуйста, Тиеву селяне. И вот и шайба перелетает через Стаубера. Так, а по-моему, она все-таки побывала в воротах. Смотрим мы еще раз, Ткачук. Ну, отсюда-то мы, конечно, с вами не увидим. Игрок же нам тут все загородил. А на ваших экранах был главный тренер Виннипег Джетс Джон Падок. Ну что, удаление сейчас в составе Виннипега. Пятый номер, Игорь Уланов. Ну что же, ничего там не произошло. Шайба оказалась незасчитана. Ну, значит, там на видеоповторе все это было виднее. Вот он, пожалуйста, 99-й номер. Великий, великий игрок Уэйн Грецки. Да, вот перешел он в 1988 году в команду Лос-Анджелес Кингс. Причем, наверное, это был тот трейд, когда вот в этом переходе были задействованы не только игроки, но и большая сумма денег. 15 миллионов долларов. Плюс и еще несколько игроков, которые перешли вместе с Уэйном Грецки из Эдмонтон Ойлерс. Перешли они в Лос-Анджелес Кингс. Это был и Крушельницкий. Ну, а в обратном направлении также проследовали некоторые игроки. Но самое главное, это те 15 миллионов долларов, которые Питер Поклингтон, владелец Эдмонтон Ойлерс, хотел как раз и получить. Ну что ж, в большинстве Лос-Анджелес Грецки. Опасный момент! Боб Эссенс выручает свою команду. Однако шайба по-прежнему в зоне Виннипега. И короли продолжают атаковать. Правда, ничего пока из этого не получается. Снова Грецки с шайбой. Передача на пятак. Блейк, он делал великолепную передачу. Но, правда, бросить там уже Роб, увы, не смог. И продолжается атака. Блейк с шайбой. Не удается пока реактивщикам выбросить шайбу из своей зоны. Передача на пятак. Ой-ой-ой. Боб Эссенса снова спасает свою команду. И еще минуту будут реактивщики играть в меньшинстве. Вот сейчас им только-только удается выбросить шайбу, но, правда, быстро ее короли доставляют снова в зону Виннипега. Санстрем! И все заканчивается здесь благополучно для Виннипега. Боб Эссенса прижимает шайбу ко льду. И на этом эпизод этот голевой был исчерпан. Брасывание в средней зоне. Ой-ой-ой, вот это ошибка! Вот шайба-то в воротах не оказывается. Да, ну нельзя так ошибаться. Ну что ж такое-то? Опасный момент! Продолжают короли атаковать. Правда, сейчас шайбу они потеряли. Жамнов. Селяне. Жамнов. Бросок. И Стаубер ловит шайбу. Ну вот, на ваших экранах Роб Стаубер, голкипер Лос-Анджелес Кингс, не является основным, потому, как я уже говорил, основным голкипером является Келли Хруди, именно он. А вот прекрасную двоечку сейчас разыграли игроки Виннипега, Селяне и Жамнов, но, увы, в ворота шайба так и не попала. Вот, пожалуйста, нам показывают теперь опасный момент у ворот Виннипега, когда короли могли отличиться вот в этом эпизоде, но и им, к сожалению, не повезло. 1-0 у нас по-прежнему Лос-Анджелес Кингс пока впереди. И снова нам показывают вот эту легенду национальной хоккейной лиги. Великий, а как еще можно сказать, великий Уэйн Грецки.
Вот вроде бы выиграли игроки Виннипега вбрасывание, и тут же шайбу они потеряли. Как-то не очень хорошо они здесь распорядились. И в атаке уже Лос-Анджелес. Опасный момент. И, пожалуйста, вторая шайба влетает в ворота Боба Эссенса. 2-0. Не знаю, что там на пятаке делали защитники. Даже мне совсем непонятно. А давайте еще раз посмотрим, как же вот это все произошло. Ну, произошло-то здесь все очень здорово. Житник протащил шайбу практически до ворот Боба Эссенса. И что там оставалось делать? Оставалось только переправить уже эту шайбу в ворота. А вот что делали игроки Виннипега? Пятый номер Игорь Уланов. Он просто смотрел, как Санстрем будет отправлять шайбу в ворота Виннипег Джетс, и он это увидел. Не знаю уж. Посмотрим, чем ответит теперь нам Виннипег Джетс. Пытаются сейчас реактивщики атаковать. Находятся они в большинстве. Ткачук там, борьба у борта с Максорли. Он борется, но вообще с Марти Максорли тяжело, мне кажется, бороться. Парень-то он такой и горячий, да и подраться не прочь. Граната с шайбой. И просто Тони Граната отправляет шайбу туда, подальше, в зону Виннипега. Да, время-то идет. Так, и что у нас здесь? Как-то недовольны загудели болельщики. А вот это на ваших экранах такой парень с длинными волосами. Знаете кто? Это главный тренер Лос-Анджелес Кингс. А зовут его Барри Мелроуз. Вот так вот. Ну что же, теперь у Виннипега-то преимущество уже в два игрока. И есть у них еще время для того, чтобы попытаться реализовать вот это численное преимущество. Не знаю, удастся ли им это сделать, пока как-то не спешат реактивщики. Хотя название реактивщики обязывает их, наверное, как-то чуть быстрее действовать. Но вот сейчас, да, вот удается им шайбу оставить в зоне Лос-Анджелеса. Бросок! Да, бросок-то хороший, но и Стаубер здесь, в общем-то, выручает свою команду. А теперь короли просто выбрасывают шайбу из своей зоны. Пытаются сейчас игроки Виннипега организовать атаку вот здесь на последних секундах. Но успеют ли они это сделать? Время-то мало остается. Опасный момент, но бросок-то будет. Надо бы бросать. Жамнов. Ну, как-то побыстрее надо. Хаусли. Бросок. Так, шайба у нас за воротами. И Блейк теперь уже здесь. Яри Кури. И просто Яри Кури отправляет шайбу в зону Виннипега. И в это время звучит сирена. И мы с вами отправляем на перерыв. Виннипег Арена. Второй период. Виннипег Джетс против Лос-Анджелес Кингс у себя дома. И пока хозяева проигрывают 0-2. Посмотрим, что у них получится здесь во втором периоде. В первом периоде у них не очень хорошо получалось, и ни одной шайбы они забросить не смогли. А давайте, знаете что, поговорим вот об Уэйне Грецке и Виннипег Джетс. А почему именно так, спросите вы? Да, ответ здесь простой. Дело в том, что в 79-м году Уэйн Грецке еще не знал, в какой же команде он окажется в итоге. Вот Виннипег предпочитал таких ребят силовых, которые любят силовой хоккей, умеют в него играть. Вот оказался он в Эдмонтон Ойлерс. Гленн Саттер решил взять этого игрока. И я думаю, он не ошибся. Посмотрим же, как Уэйн Грецке проявит себя в Лос-Анджелесе. Не ошибся ли Лос-Анджелес? Ну, по крайней мере, в Калифорнии интерес к хоккею вырос очень значительно. Ну что же, вернемся мы к матчу. Пока ничего опасного у нас здесь не происходит. Пытается Виннипег атаковать. Пытается, но вот только пытается. Потому как ничего пока в атаке у реактивщиков не получается. Грамотно сейчас обороняется Лос-Анджелес. При первой же возможности стараются игроки идти в контратаку или выбрасывать шайбу просто подальше от своих ворот, потому как некоторое время назад находились они в меньшинстве. Вот такой вброс шайбы в зону Виннипега, и здесь завяжется борьба. Вот завязывается здесь борьба. И вы знаете, Лос-Анджелесу даже удалось, вот посмотрите, завладеть шайбой. Дэрил Сидор. Передача на пятак, а кому было это
собственно, передачи не совсем понятно, потому как Копасен с клюшкой успел шайбу отбросить с пятачка от ворот. Но Лос-Анджелес продолжает контролировать шайбу в зоне Виннипега. Здорово, здорово. Посмотрите, Лос-Анджелес сейчас очень здорово действует, да? Прессингуя игроков Виннипега уже в их зоне, а время-то идет. О, как здорово сейчас здесь сыграл игрок Виннипег Джетс, 20 номер. А кто же у нас это за игрок? А, это был Тайдами. Ну как же я мог его не узнать? А здорово он клюшкой сыграл. Вот парень-то не только драться и умеет. А вот, наверное, он сейчас уже хочет, конечно, подраться. А вот, не знаю, получится у него это или нет. Вот полез тут уже Дами в эту кучу. Тут пытаются его сдержать игроки Лос-Анджелеса и Дэрил Сидор. Ну, есть же штатный полицейский в составе Лос-Анджелес Кингс. Это Марти Максорли. Он же может пообщаться с Тайм Доми на его языке. Это я имею в виду с помощью кулаков, конечно. Да, вот так вот здесь немножко ребята потолкались, попихались, но подраться так и не захотели. Ну, я думаю, Тайдами-то предлагал подраться Дэрилу Сидору, но я думаю, Сидор отказался драться. Вот, пожалуйста, грозное лицо. Ну, можно сказать, вы знаете даже, если не самый лучший, но то в десятку-то лучших тавгаев он точно входит. Драться-то этот парень умеет. Хоть и маленького роста, но а что делать? Вбрасывание в зоне Лос-Анджелеса. 2-0 у нас по-прежнему. Короли пока выигрывают в этом матче. 28 марта 1993 год. Регулярный чемпионат. И вот, наверное, сегодня где-то и решится, кто же все-таки займет третье место, а кто четвертое. И кому тогда выбирать какого соперника в своем дивизионе, да? Лос-Анджелес сейчас пытается атаковать, но вот игроки Кингс просто вбрасывают шайбу в зону Виннипега. И опять, смотрите, завязывается борьба. Опасный бросок! Ну! Боб Эссенса! Вот сейчас он спасает свою команду, потому как, я не знаю, чем занимается защитник Виннипега сейчас на льду. Мне непонятно. И посмотрите, опять находился на площадке Игорь Уланов. Ничего плохого про этого хоккеиста сказать я не хочу, но вот посмотрите, как-то надо уже посерьезнее здесь обороняться и помогать своему голкиперу. Ну вот, слава богу, все заканчивается благополучно для игроков Виннипег Джетс. Брасывание в зоне реактивщиков. Вот он, пожалуйста, Алексей Жамнов, 10 номер. 68 матчей провел Алексей в регулярном чемпионате 92-93 годов. И посмотрите, 25 заброшенных шайб, 47 результативных передач, 72 очка и 58 минут штрафного времени. Да, Уэйн Грецки, ну конечно. Великий, вы поторопились сейчас со входом в зону. А тут еще и удаление за игру высоко поднятой клюшкой. И кто же у нас удаляется? Ну, вот этот парень не может так играть, поднимая высоко клюшку. Это седьмой номер, Кит Ткачук, Виннипег Джетс. Ну что же, Лос-Анджелес получает хороший сейчас момент для того, чтобы попытаться реализовать численные преимущества. Счет 2-0, пока короли выигрывают, и теперь у них есть отличная возможность, чтобы увеличить счет. Посмотрим, удастся ли им это сделать. Ну, когда в твоем составе такие ребята, как Люк Робитайл, Уэйн Гретц, Яри Кури, Роб Блейк, Томас Санстрем, ну, здесь просто они обязаны это сделать. Не знаю, получится это или нет. Да, вот, пожалуйста, они как раз сейчас, эти парни на льду, кто будет заниматься реализацией численного преимущества. Санстрем. Передача не очень точная получилась у Томаса. Так, смотрите, Алексей Житник едва не упускает шайбу. Бросок, и Боба Сенс, можно сказать, играющий, сейчас поймал шайбу. Но бросок в любом случае был опасен. Вот он, Люк Робитайл. Самый лучший результативный игрок в составе Лос-Анджелес Кингс, я имею в виду регулярный чемпионат.
Да и, вы знаете, 100 минут штрафного времени. Во, у Люка Робби Тайлера. Представляете? Он не только набрал 125 очков, да еще и 100 минут штрафного времени. Парень просто великолепен. Сталбер ловит шайбу, попытался он ее сейчас ввести в игру. Но у него этого не получилось. А на ваших экранах сейчас был Сергей Баутин. Еще один представитель советской хоккейной школы. Это был вот именно он, пожалуйста, на ваших экранах. Третий номер. Борьба сейчас за воротами Виннипега. Уланов шайбой. Ой-ой-ой, Игорь! Теряет он шайбу! Да, Ярикури, ну, Ярикури, не очень точная передача, как-то поаккуратнее надо, потому как надо было здесь бросать, видимо, по воротам. Но продолжается атака Лос-Анджелеса, не очень удачный перевод шайбы на противоположный фланг, и удается реактивщикам выбросить шайбу из своей зоны. А я напомню, что Лос-Анджелес Кингс сейчас играет в большинстве, и есть у них еще возможность для того, чтобы реализовать вот это численное преимущество. 20 секунд, опасный момент! Кури шайбу, ищет он партнеров, кому бы отдать передачу, но там не так просто это сделать, потому как игроки Виннипега все же пытаются как-то обороняться. Посмотрите, Игорь Уланов занимает какую позицию, практически как второй вратарь, он уже помогает своему голкиперу Бобу из сердца. Опасный бросок, но будет добивание или нет? Да, добивания не будет, а что там у нас произошло? Небольшие разногласия, так скажем, произошли между игроками. Ну вот, вы видели, Боб Эссенса поблагодарил сейчас Игоря Уланова, так постучав клюшкой ему по одному месту, чуть ниже спины. Ну, это знак благодарности. На наших экранах помощник главного тренера Элпа Суханен, фин, представитель финской хоккейной школы. Вот, пожалуйста, помогает он Виннипеге. Ну, может быть, он даже помогает тему селяне как-то своими советами. Брасывание сейчас было в средней зоне. Выиграли его игроки Виннипега. Посмотрим, что они сейчас попытаются сделать. Хаусли с шайбой. Жамнов. Передача-то не получилась, да, сейчас у Алексея. И теперь уже ответ Лос-Анджелеса. Да, немножко не получилось здесь передача, а так вот набегал там игрок, мы видели уже на пятачок. Возможно, он даже был готов к этому броску. Ну что ж, не удалось королям воспользоваться численным преимуществом. По-прежнему 2-0. Лос-Анджелес Кингс пока выигрывает. И атака Виннипега. Ну, на атаку-то это, в общем, совсем как-то и не похоже. Хаусли с шайбой. Как-то сейчас немного подуспокоилась игра, хотя я даже не понимаю, с чем это связано. Вроде как Виннипегу и отыгрываться надо, проигрывает команда 2-0 у себя, да и перед своими болельщиками. Да и как-то болельщики сейчас не очень активно поддерживают реактивщиков. Ну, может быть, они ждут, когда будет заброшена шайба, и тогда уж попытаются завести своих игроков. А может быть, ждут, когда Тай Доми вступит, так скажем, в боксерский поединок с Марти Максорли. Тогда это подстегнет, подзаведет реактивщиков. Пока этого не происходит. Вот сейчас пытаются игроки Джетс прижать шайбу к борту. У них это не получилось. Теперь они вообще теряют. И контратака может получиться. Пока она не получилась, но шайба была у игроков Лос-Анджелеса. Правда, была она у них недолгое время. Потеряли они ее сейчас. Теперь игроки Виннипега уже потеряли шайбу в средней зоне. Ну да, вот как-то успокоилась сейчас игра уже совсем. И не знаю, что происходит, а у нас уже идет последняя минута второго периода. 2-0. Лос-Анджелес Кингс пока выигрывает. Вот снова здесь борьба, толкотня. Но вот конструктивных действий пока от игроков Виннипега я вообще не замечаю. Хотя вы посмотрите, Тьему Селяне, Алексей Жамнов, Фил Хаусли, защитник атакующего плана, который любит, умеет атаковать. Не знаю. Ну, может быть, все еще впереди, а также есть еще и Кит Ткачук, который парень-то тоже любит и поатаковать, и побороться, и подраться. Да, вот сейчас так серия силовых приемов. И шайба у королей. Грецкий спешит к шайбе и не успевает, потому как не успевают первые игроки Виннипега. Ой-ой-ой-ой-ой, Уланов и Санстром.
Вот так решили эти парни пообщаться, и посмотрите, тут же Марти Максорли оказывается рядом. Ну, наверное, он хотел что-то объяснить Игорю Уланову сейчас, наверное, что нельзя так действовать, господин Уланов. Вы, пожалуйста, ко мне обращайтесь, если уж вам очень хочется подраться. Ой-ой-ой, а это вот так против Уэйна Грецки играет. Да, иногда, господа, играют и против Уэйна Грецки. Так, Майк Иглс, это был на ваших экранах, 36-й номер Виннипег Джетс. Ну что ж, заканчивается у нас второй период. 2-0. Лос-Анджелес Кингс пока выигрывает и... Брасани, ну, практически в центральном круге. Выиграли игроки Виннипега это вбрасывание, но, наверное, уже атаку-то они не успеют создать. Да, действительно, звучит сирена, и мы отправляемся с вами на перерыв. 2-0. Вот так закончился у нас второй период. Лос-Анджелес Кингс по-прежнему побеждает в этом матче. Перерыв. Ну вот, снова мы с вами на Виннипег-арене, где Джетс принимает Лос-Анджелес Кингс и пока проигрывает 0-2. Ничего пока у реактивщиков не получается. Во втором периоде вообще игра разладилась, и в атаке мы ничего так вот путного в исполнении игроков Виннипег Джетс не увидели. Посмотрим, как будет игра развиваться в третьем периоде. Я думаю, может быть, Джон Пэддок что-то скажет своим подопечным в раздевалке. Ну, уже сказал даже, наверное, как надо играть, как надо действовать. И, возможно, в третьем периоде Виннипег постарается как-то проснуться. Опасный момент! Селяне! И шайба в ворота! 2-1! Тиму Селяне! И вот финские флаги, ой-ой-ой, а посмотрите, сколько много этих финских флагов. Ну, конечно, любит этого парня. Да, вот посмотрите, как сразу болельщики-то оживились. Ждали они, видимо, этой шайбы, Тиму Селяне. Ну и, конечно, передача здесь была просто прекрасная. А уж Тиму Селяне со второй попытки поражает ворота Роба Стаубера. Я напомню, что в первом периоде у Селяне тоже был такой же вот примерно момент, но тогда голкипер Лос-Анджелес Кингс свою команду выручил. 2-1. Ну что же, игра, я думаю, теперь повеселее пойдет. Посмотрим. Виннипег, наверное, сейчас побежит вперед и попытается отыграться. Селяне. Передачу он делал Стину. Стину делает обратную передачу. Опасный момент. А где же шайба? Шайба у Тиему Селяне. Еще одна опасная атака. Да, вот теперь Тиему Селяне уже мог и дубль оформить в этом матче, но, увы, этого у него не получилось. Баутин шайбой. Вот туда дальше он делает передачу. Такой традиционный, наверное, вход для некоторых команд НХЛ, ну, в частности, для Виннипега. Хотя с такими игроками, которые есть в составе у Джетс, это Алексей Жамнов и Тиему Селяне, я думаю, не совсем правильно, наверное, так вот входить в зону. По-прежнему борьба здесь в зоне королей. И посмотрите, реактивщики по-прежнему шайбы. Хаусли! Бросок! Стаубер отбивает, а добить, только некому добить. А здесь и бросок уже повторный не получился. И была возможность теперь уже у королей провести контратаку, однако и этого не произошло. Снова Виннипег в зоне Лос-Анджелес Кингс. Сидор шайбой. Сэндстрем, пожалуйста, ну. Грецки, бросок! Шайба проходит мимо ворот. Борьба тут завязывается. Игорь Уланов в борьбе с Сэндстрёмом падает. Еще один момент. И шайба в воротах. 3-1. Получите Боба Сэндстрёма и распишитесь. Вот так вот. Атаковал Виннипег и пропустил шайбу. Да. Ну что здесь можно сказать?
Пэт Конакер, 3-1, Лос-Анджелес Кингс впереди. По-моему, Игорь Уланов снова находился на льду. Да, как-то сегодня Игорю Уланову не везет. Все три шайбы, и во всех трех вот этих пропущенных шайбах как раз Игорь Уланов и находился на льду, да. Здесь ему надо поработать. Посмотрим, чем ответит Виннипег. Пока вот после той заброшенной шайбы, вот сейчас у Виннипега снова ничего не получается. Как-то уж не очень активно действуют реактивщики. Не спеша они отправляются в атаку. Селяне! Да, ну вот если этот парень не решит сейчас ничего, то у Виннипега, по всей видимости, вообще ничего не получится. Потому как мы только одного Селяне сейчас видим, который постоянно где-то находится на острие атаки. Снова Селяне, Жавнов, ой-ой-ой-ой, Алексей, ну не получился у него бросок, хотя сохранил он шайбу и тут же ее и потерял. Борьба сейчас в средней зоне. Жамнов. Сам он решил обыграть трех игроков. И что у нас сейчас будет? Господин арбитр, никакого свистка мы не увидели, не услышали. Значит, все нормально. Стин, бросок, опасный момент. И что, шайба в воротах. И посмотрите, Тиему Селяне. Дубль в этом матче. 3-2. И вот, пожалуйста, финские флаги. Все приветствуют успех очередной Тиему Селяне. Все его поздравляют. А началось вот все вот с этого броска. Тут и Марти Макторли наблюдал, как все будет происходить, как Тиему Селяне будет отправлять шайбу в ворота Роба Сталбера. И он это сделал. Да. Вот так вот шайба все-таки пересекает ленточку. Мы это все с вами видели. Ну что же, вот дубль Тиему Селяне в этой встрече. А играть-то еще командам тут есть время. Ткачук, бросок! Сталбер отбивает. Макторли с шайбой. Ну вот теперь надо как-то поаккуратнее играть игрокам Лос-Анджелеса. Грецки! Передача Робби Тайлу. И здесь Боб Эссенса свою команду выручает. Шайба в зоне была Лос-Анджелеса. Теперь она уже вот здесь, в зоне реактивщиков. И новую атаку игроки Джетс сейчас пытаются организовать. А получится у них это или нет, мы сейчас с вами увидим. Кинг был с шайбой на ваших экранах. Да, потеряли шайбу реактивщики. И ответ королей. Да, ну здесь Робби Тайлу тяжело было бороться, так как висел у него там практически на плечах кто-то из игроков Виннипега. Вот снова Кинг с шайбой. Да, передачу он какую-то непонятную сейчас отдавал, но там надо уже было расставаться с шайбой. Ну а здесь-то будет свисток! Ну наконец-то! Арбитр что-то увидел. И удаление. Сейчас будет в составе Лос-Анджелес Кингс удаление. И, как я понимаю, Алексей Житник отправляется отдохнуть на 2 минуты. Ну и вот, наверное, это реальный шанс Виннипег Джетс сравнять счет в этом матче. Да, вот здесь, конечно, Алексей Житник, это уже тут борьба даже какая-то практически. Посмотрите, 5 раз в этом матче игроки Виннипег Джетс владели численным преимуществом. 9 бросков они нанесли по воротам королей и ни одной заброшенной шайбы. Ну, может быть, в этот раз им это сделать удастся. Жамнов был с шайбой на ваших экранах. Вот так сейчас пытаются игроки Виннипега войти в зону королей. Это им не удается, потому как Кингс снова выбрасывает шайбу из своей зоны. И придется начинать все сначала Филу Хаусли. А шайбу-то он потерял. Да, время-то идет, надо как-то побыстрее. Ну вот, наконец-то оживились болельщики. Подбадривают они свою команду. Ну, в общем-то, Виннипег сейчас играет в большинстве. 3-2. Лос-Анджелес пока выигрывает, потому как Виннипегу-то отыгрываться надо. Фредерик Алалсон сейчас сделал не очень хорошую передачу. И вот все на этом и закончилось. Макторли!
Не стал Макс Орли бросать, просто вот так потянул он время. Селяне! Нет, у Селяне ничего не получилось, потому как Яри Кури ему там попался на выходе из зоны, и шайбу он у него отобрал. Снова Кури с шайбой. Ну, просто тянет сейчас время Яри Кури. Виннипег. И снова у Виннипега ничего не получается. Выбрасывает Короли в очередной раз шайбу из своей зоны. И 30 секунд еще. Виннипег будет играть в большинстве. 30 секунд есть еще у Виннипега для того, чтобы попытаться реализовать вот это численное преимущество. Потому как проигрывают они пока с разницей в одну шайбу Королям. Ну вот, не получается, ничего не получается. Вот только индивидуальные действия одного игрока пока, в общем-то, удачны. Хаусли с шайбой. Передача на пятак, опасный момент. А возник-то он из-за ничего здесь, да? Потому как Стаубер не очень хорошо здесь как-то отыграл в этом эпизоде. Опасный момент, Селяне! Ой-ой-ой-ой-ой! Да, такой момент! Тиеву Селяне сейчас хет-трик мог оформить. Но не получилось. И теперь ответ Королей. Да, броска по воротам не последовало. Грецкий. Опасный момент. Да, продолжается тут борьба у борта в зоне Виннипега. Пытаются сейчас игроки Джетса отнять шайбу у Королей. Грецкий. Ищет он партнера на передачу. Ой-ой-ой, а посмотрите, какая же передача-то была хорошая, правда. Не очень там все хорошо получилось. И что у нас? Последняя минута третьего периода. По-прежнему Лос-Анджелес Кингс выигрывает 3-2. И Виннипег в атаке. Селяне, бросок. Саубер отбивает. Еще один опасный момент. Ну где бросок-то? Будет бросок или нет? Да, вот был бросок, но там Марти Макфорли помог сейчас своему игроку. И вот где шайба оказывается. А шайба оказывается в зоне Виннипега. И я так понимаю, Боб Эссенса покинул свои ворота. И сейчас 6 полевых игроков у Виннипега на площадке. Посмотрим, удастся ли им реализовать вот это преимущество. Вот удалось реактивщикам расположиться в зоне Лос-Анджелеса. Бросок опасный. Но шайба по-прежнему не в воротах. Уланов, Ткачук. Еще один опасный момент. И гол! И кто это? По-моему, это был Алексей Жамнов. Сравнивает он счет в этом матче. 3-3. Да, поздравляю тебя, Алексея Жамнова. А мы, наверное, с вами посмотрим еще раз повтор вот этого эпизода. Почему-то опять финские флаги там на трибунах, да? Ну, вроде как Алексей Жамнов, парень-то не из Финляндии, это точно. Вот, Селяне бросает, да! И Алексей Жамнов, удачно он действует на пятаке и счет сравнивает. 3-3! Вы знаете, даже похоже, у Тиеву Селяне и бросок-то не получился. Но зато получилась хорошая передача Алексею Жамнову. Ну вот, Барри Мелроуз занервничал, он чуть-чуть тут расхаживает за спинами игроков, нервничает. Ну не надо так нервничать, все-таки это регулярный чемпионат, а не плей-офф. Бросили в средней зоне. Вот мы видим, уже у нас третий период-то совсем заканчивается практически. Лос-Анджелес сейчас пытается атаковать. Бросок! И Боб Эссенса. Ну, по-моему, даже до него там шайба не доходит, а где-то она мимо. Ну что ж, звучит финальная сирена, и матч заканчивается со счетом 3-3. Да, не удалось Королям удержать вот это вот преимущество. Проигрывали игроки Виннипега по ходу матча. И 0-2, и 1-3. Но все же нашли в себе силы сравнять счет. И на данный момент это все. Смотрите классику НХЛ на канале 7 ТВ. Для вас работал Владимир Дегтярев.